С вами маг и чародей Антон Чалей. Честно, поиграв в симулятор козла, я даже не думал, что может быть на свете что-то еще более наркоманское. Но нет, это существует. Симулятор хлеба. Симулятор хлеба. Смысл игры заключается в том, что вам нужно помочь зажариться хлебу. Для этого ему нужно как можно быстрее пройти через всю кухню к тостеру. И мы начинаем. Так, что мы видим? Мы видим кусок хлеба. Так, походу это наш кусок хлеба. Управление 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, так. Так, мы что-то не можем поднять. Оп, мы поднялись. Хлеб, прекрати, ты пьян. Так, что-то мы уже разбили. Так, так. Я просто не понимаю, где вообще тостер. Давайте возьмем этот хлеб, все-таки соберемся. Я не понимаю, почему в этой игре такое тупое управление, так? А игра от создателей хирурга, да, в которую я, может быть, тоже поиграю. Так, и управление тут очень странное. О нет, мы упали, мы сейчас становимся грязными. Мы становимся грязными очень быстро становимся грязными. Хлеб, ну давай, хлеб, ты можешь. Давай, хлеб. Все, сделаем разминочку, да. Тост, мы в тебя верим. В прошлой игре была такая ерунда. Мы берем тебя. И мы стали каким-то священным хлебом-суицидником. Давайте быстрее. Хлеб, ты можешь. Могешь, давай. Перепрыгиваем. Оп, все, отлично. Красавчик, давай. Зацепимся. Представьте, какой это мощный хлеб, который заставляет опрокидываться стулья. Мы берем дальше. Мы в тебя все верим. Ты жил достойно. И умрешь тоже достойно в тостере. Мы довольно-таки быстро очень добрались. Так, передвигаемся дальше. Дальше. Не могу даже наложить на этот великолепный тост немного мяса. Хлеб, держись. Ты молодец. Тебе осталось до смерти еще немного дойти, так? Симулятор хлеба. Я до сих пор охереваю вообще с этой, так сказать, игры. Просто до сих пор офигеваю. Просто придумать симулятор хлеба. Хлеба-симулятор. Мы практически добрались. Давай, чувак! Так, все. Так, один, три. Блин, какая там клавиша? 4. Так. 4, 2. Так, 1, 3. Мы просто профессиональный, да? Профессиональный хлеб, профессиональный альпинист. Все, отлично, держись, хлеб. Если его намочить, будет, наверное, не очень хорошо. Хлеб тогда размякнет, будет какой-то не очень хлеб. Чувак, не падай. Мы зацепились. Подождите, у нас какие-то муравьи, что ли? Мы понацепляли, что это, муравьев каких-то на себя? Продолжаем дальше. Давайте попробуем. Разгонимся. Давай. Представляете, вот эта штука, ну вот, которая должна тратиться, да? Она, по-моему, не тратится. То есть, у нас какая-то антибактериальная защита. Давай дальше. Дальше ползем. Хлеб, не сдавайся, ты можешь. Все, твоя мечта очень-очень близко. Давай, тост, ты можешь! Быстрее! Мы чемпионы. Мы просто красавцы. Мы помогли тосту себя убить. Это просто нереально упоротая, просто наркоманская игра. Ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд. Их там очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал. Не пропускать новые видео, которые выходят сейчас больше, чем 2 раза в неделю. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк. Внизу написать какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!